Продолжаем тему Audi 80. Продолжаем. Это Audi 80, которую я снимал весной 2017 года. Сейчас осень. Претерпела, как вы видите, положительные. Короче, претерпела изменения. Тюнинг изменения. Обросла тюнингом. Покрасилась краской. Диски ей приделали. На бамперах появились особые тюнингованные накладки по углам, которые супер-овер дохуя защищают от повреждений боковых и угловых. Обратите внимание, на модный тюнингованный порог, который там снизу приделался. Вот он. Обратите внимание на самое злейшее и крутейшее зеркало заднего вида, какое только можно себе представить и придумать. Раллиное. Также на капоте там появилось, вот видно на капоте, там такой грязеотбойник сверху на капоте, над фарами. Совершенно точно могу сказать, я видел. Там новая решетка радиатора. Она такая черная, офигенская, тюнинговская. Вот, появился самый супер-пупер элемент, который дает плюс овер 500 лошадиных сил к разгону и к мощности мотора. Называется антикрыло, я вижу, стрит шторм, уличный шторм. То есть на улице, когда он едет, его штормит. Не подумайте, меня сейчас не штормит, вот его штормит, когда он едет. И также, конечно же, без толстой выхлопной трубы не обошлось никак. Потому что выхлопная труба должна быть очень толстой, чтобы соответствовать всем канонам японского тюнинга. А также огонечки, задние фары тюнингованные в стиле, в китайском стиле, короче. Вот раньше эта машина была совершенно обычной бочкой, невзрачной. Теперь она претерпела такие потрясающие внешние изменения. Ну, вы поняли, внешние изменения. Сейчас я поближе подъеду, и мы повнимательнее рассмотрим. Потому что идет дождик. Мне неохота из машины выходить, как вы уже поняли. Мы внимательно рассмотрим все эти тюнинг-приблуды. Очень по-злому выглядит машина, очень злая. Вы, когда едете за ней сзади, вам никак не хочется ее обогнать, потому что она вас обязательно обгонит в ответ. Самое главное, надпись, теперь он стал ненавидеть дачников. Он пишет, как он их ненавидит, дачников. И нету шильдика Audi, это главный элемент тюнинга. А зеркала, они расположены, злые зеркала по двум сторонам. И уличный шторм добавляет злости этой машине. А также зимняя резина с выбитыми шипами. Она дополняет, более делает злой рисунок протектора. И кто-то уже в этот бампер чуть-чуть пытался заехать, потому что покривилась вот эта угловая на бампере накладочка. Вот, рамка номера сделана под карбон. Это очень серьезная заявка на серьезный тюнинг-пакет этой машины. И вот здесь на задней двери какая-то потертость и небольшая мятина на всю дверь. Вероятно, он кого-то подрезал в порыве тюнинга, угара, ускорения, в порыве шашкизма на дороге и задел кого-то. И поэтому потер диск, дверь, в общем, все потер. Вот. Тюнингуйте Audi 80. Это самая лучшая тачка для тюнинга.
Всем пока! Скрепляется это все болтами. Давай. Brrrr.